и неправильная работа всех внутренних органов. Вот все ваши болезни, которые не лечатся никакими таблетками. Потому что это, по сути, спазм. Это гипертонус за счет застрявшего в мышцах адреналина старого ваших мышц. Так вот, на терапии как раз мы разряжаем через лимбическую систему аффективно-реактивный обезьяний мозг ваше подсознательное к самым табуированным личностям и фигурам в вашей жизни, а это всегда родители. Потому что они первые и самые важные. И, соответственно, у вас и подключаем тело, и подключаем речь, то есть высказывание, и мы и потеем, и плачем, и все-все, то есть аффекты. Проявляем аффекты, которые заморожены из прошлого. Ваше тело постепенно освобождается от этого застаревшего адреналина. И у вас эти микроспазмы постепенно рассасываются, и ваши психосоматические болезни уходят. Я как раз об этом хотел сказать, по касательно своего кейса, одного из, где вот, их много на самом деле. Когда, допустим, клиентку после сессии, первой или второй, я не помню, то есть у нее поднималась температура, ее рвало, у нее, простите, понос там, не понос, а, то есть, у людей с вот этим спазмированным таком состоянии, у них, допустим, они испытывают частые запоры, проблемы, да, в этой сфере. То есть у нее это все как-то постепенно, раз, она ее начала вот нести, рвота, повышение температуры, головная боль, такая прям мигрень, главное головокружение, слабость, боль головная, да. Вот это образно можно сравнить с тем, что от вас вот эти подсосы вашей энергии, которые тянутся к вашим токсичным родителям, отстегивают один за другим вот эти шланги, которые тянутся ниточками к вашим родителям, откуда вы получаете не любовь от них, а токсины нелюбви и ненависти. Поэтому вы себя плохо чувствуете. А они от вас забирают, отсасывают вашу энергию, психический ресурс, психическую энергию. Вспоминайте фильм «Матрица». Очень там образно это все показано, очень хорошо. Отстегивается, и человек начинает колбасить. Просто буквально физически. Тут, там, тут сняли, тут отстегнули, тут отрезали. Все. И, как-то вот тело начинает очень сильно реагировать. Вот это вот все прорывается. То есть вот эти спазмы, адреналин старый уходит из мышц. Мышца расслабляется, спазм уходит. Соответственно, туда все начинает как бы... проваливаться, течь, функционировать как должно быть. И вдруг, как бы, знаете, как шланг пережали, а потом отпустили резко. И у него все туда проваливается. Да, все начинает как-то раз там восстанавливаться быстро там. И как бы человека так подколбашивает. У него такие реакции. Но это кратковременно достаточно происходит. Я предупреждаю об этом. После первых часов такое возможно. Но зато потом уходят астмы, уходят бронхолегочные, кожные проблемы, уходят всякие там ВСД, придуманный, надуманный диагноз, или СРК, да, наш любимый синдром раздраженного кишечника, или человек начинает спать нормально, даже без медикаментов. Вот.
Ну и так далее. Перечислять можно очень много. На самом деле даже там половая сфера восстанавливается, потому что тоже страдает она. Расслабляется тело, которое все помнит.